Пытка холодом в Нижегородском техникуме. Детей босиком заставляет ходить по бетонному полу. А сейчас осень. Грипп, ОРВИ, коронавирус. Хождение босиком в колготках или носочках по бетону здоровья точно не добавит. Как сообщили нам возмущенные родители, преподаватели техникума таким образом решили наказывать тех детей, кто пришел без сменной обуви. Короче, вы детей заставляют ходить в носках. Не приходите сюда больше никогда. Девушка, скажите, пожалуйста, почему босая? А потому что я забыла сменку дома. У нас нельзя в обуви уличной ходить. А вам не холодно? Нет. А кто вам дал такое распоряжение, что вы можете идти на занятия в таком виде? Нам было сказано, если вы не носите с собой сменку, ходите либо в носках, либо в сменной обуви. Мы забыли сменную обувь, это наши проблемы. У кого не было сменной обуви, просто заставили разуться и ходить босиком по колледжу. Я не думаю, что у них там теплый пол в помещении. В этом колледже в основном учатся одни девочки. Для девочек босиком по бетонному полу, ну, ходить, извините меня, это, мне кажется, вообще ненормально. Это просто ужас какой-то. Мало того, у нас пандемия на носу. Мы за детей тут боремся, чтобы их не закрыли, на дистанционку не отправили. И давайте сейчас они у нас будут босиком ходить по бетонке. Насколько я поняла, Саранцева, у них есть такой сотрудник, Саранцева Светлана. Просто нет сменной обуви, будь добр, разуйся, иди. В носочках, в колготочках. Пожалуйста, а вы зачем заставили детей ходить босыми? Боже, сохрани. Это глупость. Нет, этого нет. А вы кто? Как понять? Нет. У нас есть видео, как дети ходят босыми, и нам сказали, что это вы заставили ходить в таком виде. Во-первых, такого быть не может. Ребята просто в аудитории жалко прошли босыми. Не босыми, а в носочках. Этого нет. Что вы? Почему вы распоряжаетесь детским здоровьем? Да я не распоряжаюсь. О чем вы говорите? Вы ведь знаете, да, то, что от переохлаждения возникают многие заболевания. Безусловно. Почему у вас дети ходят в таком состоянии? Вам не стыдно за ваше распоряжение? Мне стыдно за мое распоряжение, но я его не давала. Но спустя несколько минут Светлана Саранцева все-таки пустила нас в техникум, чтобы продемонстрировать, что бетонный пол чистый и вообще в техникуме тепло. В аудитории более чем тепло. Казалось, что даже если такое случилось, что они пошли, пол более чем чистый. Просто босиком. Босиком? Бахилы надеть на носки и все. А почему босиком ходили дети? Потому что сменку забывали. Потому что здесь уборщиков нету. А кто вам дал такое распоряжение, чтобы вы босыми ходили? Я не буду говорить ничего. Боитесь, да? Светлана Николаевна? Ну, просто я не против ее. То есть я не хочу, чтобы никаких проблем не было, понимаете? Видите, они босые ходят по колледжу. Так они сейчас на уроке вон сидят босые, разулись. А почему обуви нету рядом с ними? Ну, я откуда знаю? Обувь в раздевалке находится. Почему? Ну, так это сменные. Возможно, такая ситуация, что кто-то снял сменку, ну и оставил либо в аудитории, либо где-то, потому что очень жарко. Если бы было жарко, то они бы рядом бы оставили. А почему обувь в раздевалке? Я не могу вам ответить. Как? Сменная обувь на них, а обувь, в которой они пришли на занятия, она стоит в гардеробе. Нет, вы говорите, что дети, возможно, разулись, потому что было жарко. Ну, возможно, сидели за партой. Я не буду сейчас комментировать. Подчеркну, босыми по бетону дети ходили не пару минут. Своим родителям они позвонили и сообщили о том, что их заставили ходить без обуви по колледжу еще утром. Прислали видео. Родители потом позвонили нам. Нам переслали видео. Мы в техникум приехали только в середине учебного дня и увидели, что дети по-прежнему, как и утром, ходят босые. Колготки, носки или полиэтиленовые бахилы, надетые на эти носочки, обуви считать нельзя. Руководство колледжа находится в другом корпусе и в подобные вещи там поверить никак не могли. Мы не имеем права ограничивать ребенка, да, в посещении образовательного учреждения, вне зависимости от того, сменная он обуви или не сменная он обуви. Это их право, да, они могут, ну это не значит, что они должны раздеваться. Если они пришли без сменки, значит, они идут без сменки. Но почему тогда дети были босые? Мы выясним это, да, вот сейчас я от вас только увидел это видео, да, вот это ничем не объяснимо, да, то есть как бы такого, разумеется, не должно быть. Поэтому я очень удивляюсь, да, то, что такое, в принципе, возможно, тем более в нашем образовательном учреждении. Это очень маловероятно, но мы, опять же, это все выясним. А почему вы сразу говорите, что это маловероятно? Ну, разве нормальный человек может сказать ребенку, разувайся и ходи разутым? Как мы поняли из того, что мы это увидели, дети очень боятся Светланы Николаевны, потому что она такой авторитетный педагог. У нас есть заместитель директора по учебно-воспитательной работе, которая подчиняется Светлане Николаевне, да, и
возможно, она действительно преподаватель, уже которая долгое время работает у нас, да, и какой-то авторитет имеет, но это не значит, что она может делать все, что хочет. Мы будем в этом разбираться. Если факт подтвердится, мы будем на это реагировать. Но я надеюсь, что этот факт был просто ложным. То есть вы думаете, дети просто захотели походить в таком виде? Ну, дети нас часто разыгрывают. Может, похотели что-то родителям передать в качестве видео. Может, между собой что-то решили, какие-то игры поиграть. Тут не может даже быть речи о том, что из-за какого-то авторитета одного преподавателя, да, мы, соответственно, можем замалчивать или еще какие-то факты. Да, это совершенно верно, это недопустимо, если это действительно так. Да, если мы сначала будем проверять. Кстати, если даже рассматривать версию руководства колледжа о том, что дети сами захотели назло всем ноги отморозить, так ведь босые по колледжу они ходили полдня. Куда в таком случае смотрели педагоги? Но версия о шутке и флешмобе расходится с версией родителей, которые говорят, что подобные наказания для учеников, которые забыли сменную обувь, применяются не в первый раз. В конце концов, родители посчитали, что сейчас в условиях пандемии заставлять детей ходить по бетону босиком, ну это уж выходит вообще за всякие рамки, и решили придать дело огласке.